Я надеюсь, что будет мир. Но везде есть, даже у животных, которые... Вот есть задиристый петух, да, говорят там. Наверняка эти... И сейчас они на этом играют. Не знаю, вообще это очень такая тема больная, потому что много друзей, родных там у меня, у моей супруги живут там на Украине. И сейчас меня возмущают в интернете вещи, когда кто-то там что-то написал, что генетически украинцы это отличается от русских. Ребят, мы все славяне, мы один народ, у нас был один прославянский язык, из которых вышли там по тем или иным историческим предпосылкам, вот там, украинский, русский, болгарский, я не знаю, там и так далее, можно перечислять много всего. Зачем? Потому что что нам не хватает? Каких-то проблем в жизни? Нет, мы нам давай войну. Я очень расстраиваюсь из-за этого. И с одной стороны хочу оттолкнуть от себя это, хочу как-то, наверное, оградить своих там родных, там детей. Но я понимаю, что если какой-то наступит момент, надо будет делать какой-то моральный выбор. Но моральный выбор мы делали при Наполеоне, моральный выбор мы делали при Великой Отечественной войне. Но я думаю, что я так глобально, но мне не хочется это делать и думать об этом. Но я говорю почему, потому что Украину я от себя не отделяю, украинских ребят, знакомых тоже от себя не отделяю. Поэтому, наверное, это что-то и свое личное. Сложно говорить на эту тему, потому что и там много всего информации, вот про что мы и говорили, про интернет, потому что там выбирать, где фейк, где не фейк, где правдивая информация, где неправдивая информация. Но спросите своих родных, те, которые живут на Украине, что и как происходит, и, наверное, сразу все будет ясно.